Политстарт. Такое название носит кадровый проект партии «Единая Россия». Его цель – помочь молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет попробовать себя в роли политика. Глава Ленинского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Катаров провел встречу с теми, кто отважился ступить на путь политической карьеры. Видишь, учишься и очень быстро растешь. Почему? Потому что тот опыт, который так бы ты нарабатывал годами, тут у тебя в сжатом виде происходит там за несколько месяцев, и дальше можно из себя уже представлять то, что ты планируешь в будущем. Проект «Политстарт» партии «Единая Россия» существует 6 лет. За это время многие его участники смогли стать народными избранниками в разных представительных органах в регионах Российской Федерации. Молодежь такая подкованная, мы выбирали не просто дабы были молодыми, а еще и с опытом, с неким багажом общественной нагрузки. И вот у нас есть как раз и Никита, он председатель молодежного парламента, до этого возглавлял молодую гвардию. Действительно, большинство участников проекта ведут активную общественную работу, но в политике новички. Для меня политическая деятельность – это достаточно далекий такой проект, в котором я никогда не участвовал, и все лекции, которые были в этом проекте, это вся информация для меня новая. Задача местного руководства партии, а также фракции «Единой России» в Совете депутатов Ленинского городского округа – показать на практике работу представительных органов власти. Обсудим все моменты, которыми сталкиваются председатели Совета депутатов, депутаты. Обсудим, где они проводят свои заседания, как они встречаются, какие вопросы обсуждаются на заседаниях. Это во всем мы будем погружать наших участников. В этом году проект стартовал в марте и продлится до сентября.